радио Вести ФМ. Студия Анатолий Кузичев. Здравствуйте. Группа людей, желающая переселиться в Чернобыль, обратилась с такой просьбой к премьеру Украины. Как пишет местная пресса, это бывшие жители города, которые были эвакуированы после аварии на Чернобыльской АЭС. Теперь же они хотят вернуться, полагая, что радиационный фон на территории города уже не представляет серьезной опасности. Письмо к главе правительства Николаю Азарову подписали 35 человек, как передают наши корреспонденты. Реакция правительства Украины на эту просьбу пока неизвестна. Радио Вести ФМ. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск чудо-передачи «Рейтинг Баженова». И меня, если вы еще не забыли, зовут Тимофей Баженов. 26 апреля 1986 года на планете Земля произошла страшная катастрофа. Взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции. Взрыв сопровождался пожаром, а пожар – выбросами радиоактивных веществ в атмосферу. В первую очередь, конечно, опасен плутоний. Он не только убивает все живое за счет радиации, которая исходит буквально от каждого атома этого вещества, но еще и сам по себе он очень-очень ядовит. Менделеев, великий химик, предполагал, что такое вещество должно быть в таблице, и он оставил для него клеточку. Но в природе плутоний не существует. Его нельзя выкопать из земли, как каменный уголь, ртуть, ванадий, железо. Его просто нет. Существует уран, а плутоний – это продукт распада урана. Именно урановые стержни используются в качестве топлива на атомных электростанциях. И по мере того, как топливо это выгорает, уран замещается плутонием и еще несколькими радиоактивными веществами, которые, кстати, тоже не были известны химикам. То есть химики знали, что они где-то должны быть, но подержать в руках, потрогать, посмотреть до взрыва на Чернобыльской атомной электростанции не могли. Так или иначе, аномалия сформирована. Никому из нас, ни мне, ни вам, ни нашим детям, ни нашим внукам не дожить до того момента, когда эта Земля очистится. Я думаю, что получится не одна серия, а две. Я буду исследовать в первую очередь проблему мумификации тел умерших. Дело в том, что здесь за счет сильнейшей радиации практически не происходит процесс разложения. И если я обнаружу какие-то трупы каких-то погибших существ, то я исследую их и расскажу вам, зачем и как природа мумифицирует таких несчастных. Это рейтинг Баженова. И меня, если вы еще не забыли, зовут Тимофей Баженов. Следуйте за мной. Я думаю, будет интересно. Сейчас я нахожусь в той самой зоне рыжего леса. Это высокоствольный сосновый лес, который вот здесь заполонял все эти пространства до аварии. Потом первый выброс, первый хвост накрыл этот самый сосновый лес, и в течение месяца он погиб. Вот там вы видите деревья без иголок, они стоят с тех самых пор. А вообще здесь пусто, потому что остатки рыжего леса захоронили с помощью специальных военных бульдозеров, похожих на танки. Так или иначе, уровень загрязнения по плутонию здесь превышает санитарную норму более чем в 1000 раз. Более чем в 1000 раз – это не значит, что в 1000. Как это нам понимать? Понимать это следующим образом. Только через 240 тысяч лет у человечества появится какая-то надежда, что здесь кое-где можно будет возобновить жизнь.
а 240 тысяч лет придется подождать. Каждый шаг здесь увеличивает показания моего прибора в два раза. Вот сейчас 287 микрорентген в час. Вот сейчас мы шагнем еще в травку и подождем. Дальше уровень радиации нарастает лавинообразно. То есть туда лучше вообще не шагать, потому что что-нибудь может отвалиться. Вот уже 477 микрорентген в час. Ну ладно, принесу жертву телевидению и шагну еще разочек. Еще подождем 20 секунд. Вот здесь, кстати, недалеко находилось строительное управление. И считалось не очень престижно здесь работать. Здесь сидел только сторож во время аварии. Он получил огромную дозу радиации и был отправлен на лечение в Москву. И он остался жив. Вот так повезло человеку. О, 789 микрорентген в час. То есть я вам не врал. Это рейтинг Баженова. Очень сильная жара, радиация упала. Я разденусь. Здесь более-менее чисто. Подкрадываться, думал схватить этого волчонка. Думал, он просто спит. Но он мертв. И мертв уже довольно давно. Тело его не разлагается. От чего он умер? Не могу вам сказать, но явно не от бескормицы. Может быть, лег в нехорошем месте. Может быть, раньше нахватался радиации. Достаточно упитанный, здоровый зверек. Не вижу никаких повреждений. Соответственно, причина его смерти, наверное, все же радиация. Но радиация также и причина теперь длительного существования его трупа на Земле. Вообще, люди много тысячелетий ставили перед собой задачу сохранить труп какого-то существа. Очень часто речь шла о человеке. Ну, например, в Египте. Для этого тело потрошили, набивали его соломой. Пытались сделать чучело, для мумификации использовали разнообразные химикаты, заматывали бинтами с ароматическим маслом и, безусловно, добились определенных успехов. Но природа здесь решает проблему мумификации по-своему. В условиях повышенной радиации, я бы сказал, даже аномальной радиации, тела не разлагаются. И даже мухи, как вы видите, не интересуются этим трупом. От него не исходит никакого запаха. Более того, он пахнет здоровым зверем. И вес его очень небольшой. А это значит, что он иссушается, как вобла, но не гниет. Потому что сильная радиация препятствует размножению гнилостных бактерий. Препятствует поселению в трупе различных насекомых и червей. Вообще, принцип любой профессиональной мумификации – это замещение H2O в клетках различными парафинами. И в данном случае парафинизация телесных жидкостей происходит за счет аномальной радиации. Попробую на опыте показать вам, как это работает.
счетчик пищит все сильнее. И я думаю, что нужно мне надеть специальную одежду. Становится страшновато, ведь я приближаюсь к реактору. Носки специально такой длины, чтобы в них можно было заправить брюки. Это помогает избежать прямого контакта радиоактивной пыли с открытыми участками кожи. Я использую обычные футбольные гетры. Они не синтетические, хлопковые, и поэтому даже в такую жаркую погоду, в условиях, когда солнце палит, я могу быть уверен, что нога у меня не будет потеть. Вот это и есть тот самый четвертый энергоблок. Точнее говоря, саркофаг, который соорудили за 206 дней после того, как пожар был потушен. Внутри и сейчас еще сохраняется высокая температура. И вот вы слышите, как ведет себя мой дозиметр. Сейчас на нем 925 микрорентген в час. В принципе, небольшая доза. Вот сейчас почему-то поменьше стало, 906, и он поутих немного. Но хочу вам сказать, что в Москве, например, 14 микрорентген в час. То есть здесь действительно опасно. Но людей довольно много, и все люди, которых вы видите позади меня, они работают здесь, обеспечивая безопасность нашей планеты и всячески этот саркофаг поддерживая в должном состоянии. Что можно сказать о самом саркофаге? Вот посмотрите, он как бы идет ступеньками. Вот эти вот ступени – это монолитный бетон. Причем вместо арматуры там техника, которая использовалась при тушении. То есть вот в первой ступени она гораздо толще 7 метров. Там залиты пожарные машины, краны, БТРы, танки. Во второй ступени залиты вертолеты и говорят, что даже люди. В третьей ступени, не знаю, залит ли кто-нибудь, но толщина стены там очень приличная. Кое-какие конструкции во время пожара сохранились. И на них опираются две балки. Одна балка называется «Осьминог», а другая «Мамонт». Так или иначе, они обеспечивают определенную жесткость. Уже сверху на эти балки накатаны трубы. А трубы накрыты легкими металлическими конструкциями, грубо говоря, крышей. Я спрашивал здешних физиков, почему же нельзя было залить это все в большой бетонный куб. Но мне очень доходчиво объяснили, что если залить это в бетонный куб, то потом внутрь уже нельзя будет посмотреть. И не исключено, что там внутри все разогреется, и куб этот взорвется. А вот этот легкий накат металлический обеспечивает нормальную циркуляцию воздуха, охлаждение по-прежнему горячего центра бывшего пожара и возможность посмотреть, что там делается. Так или иначе, недавно случившаяся авария на станции Фукусима, говорят, полная ерунда по сравнению с нашей. Ну, собственно, что тут говорить? Тут читать надо. Вот она, Припять. Кстати говоря, основана она в 1970 году. То есть от рождения города до его смерти прошло ровно 16 лет. А организовали Припять на абсолютно пустом месте. Я в самом центре города Припять, в парке аттракционов. И вот здесь отчетливо виден ежик. Анекдот такой был. Катится по лесу колобок, подходит лиса, говорит: «Колобок, колобок, я тебя съем». Я не колобок, я чернобыльский ежик. Помню, как еще ребенком мечтал я кататься на этих машинках. Мнения в моей съемочной группе разошлись. Кто-то говорит, что это стоило 15 копеек, но я отчетливо помню, что 25. Мама моя с ума сходила. 4 раза покатался, рубля нету. Очереди стояли страшные. А теперь я могу зайти сюда
и совершенно бесплатно, без очереди, сесть в любую машинку. Вот это колесо обозрения, говорят, работало 26 апреля. Это довольно странно, потому что официальная церемония открытия этого парка развлечений была назначена на 1 мая. Но очевидцы утверждают, что и 26, и 27 оно вращалось, и отдыхающие могли наслаждаться видом Припяти сверху. Говорят, злые языки, наверное, говорят, что это делалось для того, чтобы отвлечь внимание людей от аварии, чтобы не было паники в городе. Но, может быть, люди просто еще не понимали всей опасности произошедшего. Так или иначе, город уже готовился к эвакуации, но магазины еще работали. А на этом колесе можно было вполне покрутиться. Вот с тех пор оно, судя по всему, и не крутится. Но выглядит внушительно. А счетчик здесь показывает 155. Это довольно чистое место для центра Припяти. А если сделать несколько шагов и положить его прямо на асфальт, то счетчик зашкалит. У него предел 999 микрорентген в час. То есть, если больше, он просто кричит, но сделать уже ничего не может. Ничего не может показать. Вот сейчас мы его положим. Частички топлива выпадали с неба, повинуясь силе тяготения, падали на асфальт, и через маленькие трещинки щелочки проникали под асфальт вместе с водой. Таким образом, под землей здесь сформировались участки, которые гарантированно могут облучить человека гораздо сильнее, чем если бы он находился рядом с саркофагом. Вот, полюбуйтесь, цифра растет. Вот, собственно, его зашкалило. Место, конечно, жутковатое. Вообще, жуть охватывает человека, когда наблюдается какой-то явный диссонанс. Ведь это же детский садик, то есть место, которого ни в коем случае не должны касаться никакие кошмары, где жуть должна отсутствовать. Но так случилось, что во время аварии кошмар пришел и сюда. Часто говорят, что журналисты специально выкладывают кукол и таким образом нагнетают атмосферу. Но здесь нет. Здесь все это сделано не специально. Более того, я даже не заходил в здание. Я смотрю туда через выбитое окно. И что же я вижу? Я вижу традиционные детские игрушки, которые, конечно, потрачены временем. Куклы. И многие из этих кукол наряжены, как вы видите, в детские противогазы. О чем это говорит? Наверное, о том, что воспитательницы в первые дни после аварии показывали на этих куклах детям, как пользоваться средствами индивидуальной защиты. Ну, а потом все отсюда ушли. Или, как правильнее, наверное, будет выразиться, убежали. И все бросили. Бросили эти детские кроватки, эти детские игрушки. Однако счетчик мой здесь почти успокоился. Всего 86 микрорентген в час. Это значит, что я могу покинуть это место, переодеться и походить здесь в привычной для меня форме. И в этом относительно чистом районе поискать детскую площадку, на которой наверняка я и обнаружу то, что мне нужно для эксперимента. Проводили испытания нашей силы. Мы довольны результатом. Не дурен советский атом. Ракета эта, конечно же, не планировалась как ядерная. Это обычная детская космическая ракета, в которую могла целая группа залезть и представлять себя космонавтами. И кто бы мог подумать, что именно этому странному сооружению из прутков суждено стать настоящей атомной ракетой.
А76. Сейчас уже такой даже и марки бензина-то нет. А здесь все как новое. Вот они, насосы. Вот экран. Кто-то заправился на 54 литра. Стоимость бензина 22 копейки. Как будто я попал в прошлое. Вот здесь, например, еще виден бензин. То есть, в принципе, эта колонка могла бы работать, если бы было электричество. И, может быть, я бы даже заправил свою машину. Вот даже капают какие-то капельки топлива. Может быть, я найду здесь что-то полезное. Что-то, что может пригодиться мне для того, чтобы сделать опыт. Тот самый опыт, который я обещал вам в начале, чтобы объяснить вам, как происходит мумификация. Вот эта бочка как нельзя лучше подойдет для моего опыта. Опыта с демонстрацией возможностей мумификации. Могу сказать, что здесь, на старой заброшенной заправочной станции, ощущение гибельности, оно на самом деле может быть даже сильнее, чем неподалеку от саркофага. Потому что здесь видно, как уходили люди, как они побросали все, как не взяли с собой ни единого, даже нужного предмета. В этой бочке хранили солярку. И, пожалуй, бочку я использую для сегодняшнего опыта. Трудно поверить, что у меня под ногами асфальтовое покрытие. На этой некогда оживленной улице теперь царствует борщевик Сосновского. Об этом растении я уже рассказывал в своих передачах. Оно очень сильно ядовито. Эфирные масла, которые выделяют листья и цветы борщевика Сосновского в жаркие дни, оставляют страшные ожоги, пузыри и язвы. В городах и деревнях с этим растением как могут борются. А здесь нет людей, и борщевик Сосновского чувствует себя как дома. Собственно, ядовитое растение на ядовитой отравленной земле. И все-таки нельзя отрицать, что природа здесь явно буйствует, чувствует себя освобожденной от человеческого влияния. И я, как борец с любыми антропогенными факторами, считаю, что это неплохо, что на нашей земле появился оазис, в который человек просто физически боится заходить. Давайте посмотрим, что будет с этой землей лет через 50. Подобный искусственный, а точнее говоря, естественный заповедник – это очень интересная для изучения местность. А я почти пришел. Крыша над головой есть, и есть где поставить эксперимент. Я собирался устроиться здесь на ночлег, но, как вы видите, место оказалось не очень хорошее. И все же я могу сказать пару слов об этой собачке. В последние несколько десятилетий здесь никто на собак ошейники не надевает. А это значит, собака погибла в момент катастрофы и была, очевидно, домашней. Посмотрите, как выглядит труп. Шерсть, безусловно, облезла, но прошло много лет. Само животное мумифицировано. Мы здесь видим абсолютно все. Сохранился нос, глаза, лапы, полностью туловище. Собака не разложилась. А это значит,
радиация сохраняет биологические организмы в том состоянии, в котором они были на момент гибели. Отдельно хочу сказать, что рейтинг Баженова тем и отличается от всех остальных передач, да и вообще от образа жизни общепринятого человеческого, что он не собирается заканчиваться там, где заканчиваются пути других существ. Рейтинг Баженова продолжается всегда. Здесь более-менее чисто. Да к тому же закатное солнце так приятно освещает этот уголок. Мне кажется, здесь очень уютно. К тому же написано «не курить». А я, как вы знаете, пропагандист здорового образа жизни. Это рейтинг Баженова. Я начинаю эксперимент. Именно здесь и сейчас я покажу вам, как происходит процесс мумификации. Пронесло. Пожалуй, придется мне показать вам процесс мумификации каким-нибудь другим способом. Слава богу, глаза, руки, ноги. Все цело. Это рейтинг Баженова. Счетчик Гейгера показывает 400 микрорентген в час. Напоминаю вам, что вы смотрите вторую серию телеповествования о моем путешествии в зону отчуждения, в район Чернобыльской АЭС. В предыдущем фильме я рассказывал вам, что такое саркофаг, показывал, как он выглядит, рассказывал, на чем основывается история и теория облучения. Мы побывали в Рыжем лесу, в городе Припять, посетили детскую площадку, обнаружили труп волчонка, труп собаки, умершей в момент аварии. Оба трупа были мумифицированы. После чего на детской площадке я подобрал деревянную скульптуру резного ежика, уже порядком подгнившую, для того, чтобы использовать ее в опыте для демонстрации наглядных возможностей мумификации. Потом произошла накладка. У меня в руках взорвалась бочка, которую я планировал использовать как корыто, необходимое для процедуры изготовления мумии. На этом, собственно, первая серия и закончилась. А теперь начинается вторая. Я думаю, что она будет еще интереснее. Итак, рейтинг Баженова. Я в Чернобыле. Чернобыль. 13 700 человек жили здесь до аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Последний был эвакуирован 05.05.1986. Я часто думаю, что Земля может пережить любые катаклизмы, которые устроил ей человек. Земля – это огромная сила. Вдумайтесь, человек сможет вернуться сюда только через 240 тысяч лет. А мы живем с вами в 2012 году от Рождества Христова. Вся история человечества, включая ее неразумную, огромную часть, насчитывает не более 35 тысячелетий. А 240 тысяч лет мы не сможем жить здесь, не сможем ходить по этой земле полноценно.
сейчас я нахожусь непосредственно на территории Чернобыльской атомной электростанции. Иду по мосту, который перекинут через специальный водоотводной канал. За мной находится комплекс столовых, где питаются рабочие, которые до сих пор поддерживают станцию в жизнеспособном состоянии. А передо мной все четыре энергоблока, включая взорвавшийся четвертый. Но, к сожалению, показать его отсюда я не имею возможности. Служба безопасности, согласно требованиям МАГАТЭ, запрещает разворачивать камеру туда, куда смотрят мои глаза. И все-таки здесь есть несколько точек, которые я обязательно осмотрю и, следовательно, покажу вам. А пока что давайте посмотрим, что делается в живой природе непосредственно под этим мостом. Когда говорят о Чернобыле, говорят обязательно о рыбах-мутантах. Но они никакие не мутанты, дорогие друзья. И все-таки их здесь очень много. Чувствуют они себя вольготно. Это канал-охладитель. То есть вот эта самая вода охлаждает реакторы. Поэтому она всегда тепленькая. Рыбу здесь ловить запрещено. И на нее можно только смотреть и кормить. Вот посмотрите, что там делается. Тут полно разной ценной рыбы. Но, конечно, самая ценная рыба здешняя – это сом. Сомы здесь большие и, говорят, могут съесть сразу целую буханку. Вот сейчас и попробуем, произойдет ли это. Как вы догадываетесь, я пришел с той стороны, значит, эту самую буханку я взял в столовой. Разные рыбы вы видели, и многие рыбаки, наверное, со страшной силой завидовали мне и говорили, это ж надо, какое место, закинуть бы здесь удочку. Но эта рыба, дорогие друзья, относится к разряду тех продуктов, которые можно есть один раз в жизни. А потом уже не есть никаких блюд, потому что, собственно, и жизнь ваша прекратится. Почему же рыба чувствует себя так хорошо, а человек, съевший такую рыбу, быстро умирает? Потому что рыба – это хладнокровное существо, а чем выше организация, тем восприимчивее любой организм к высокому уровню радиации. И там, где рыба только плодится и размножается, мы с вами быстро умираем. Здесь никто эту рыбу не ловит, не охотит. Соответственно, она может чувствовать себя как в раю. В Чернобыльском раю для рыбы. Вот этот памятник тем, кто защитил мир от ядерной беды. Ну, защитили мир от ядерной беды или не защитили, это не мы дадим этот ответ. И даже, наверное, не наши потомки. Но все равно памятник заслуженный. Это рейтинг Баженова. Ограничено заборчиком. За этот заборчик нельзя заходить не потому, что газон потопчешь, а потому, что вся эта техника светится. Вот рядом с каждым экспонатом стоит специальный знак «Радиоактивность». И все это роботы, которые помогали устранять аварию на крыше четвертого энергоблока. Нужно отметить, что этот робот был подарен японцами, этот французами, а этот сделан в наших лабораториях. Все они работать там толком не смогли. Дело в том, что из-за такой большой радиации у них не работал ремоут-контроль. И они не могли управляться по радио, и поэтому, в конце концов, их с крыши энергоблока сняли и отправили туда солдат-срочников. И там уже люди лопатами доделывали то, что не смогли сделать роботы. А вот военная техника, которую вы видите сзади этого музея, это тоже непростые, так сказать, боевые машины. Все они использовались не по прямому назначению, они не стреляли. А это были автобусы. На этих автобусах перевозили персонал на ликвидацию аварии. А вот эта машина возила воду для дезактивации. Вот такие интересные здесь экспонаты.
Сейчас мои ноги топчут горящую в прямом смысле этого слова землю Припяти. Припять – город новый, и это самый новый микрорайон города. Обычно дороги здесь покрывали асфальтом после того, как микрорайон был закончен. Но здесь, как вы видите, дороги еще бетонные, а это значит, что дома не были заселены. Поскольку вроде как программа об аномалиях, еще аномалии, а найти их не могу. Благословенное место Чернобыль. И если бы не человеческое вмешательство, пожалуй, назвать его можно было бы райским. Вы посмотрите, какая буйная, прекрасная природа. Ни в одном листочке, ни в одной травинке, ни в одном живом существе вы не найдете ничего аномального. Пожалуй, главная аномалия здесь – это вот эти прекрасные дома. Ведь представьте себе, что было бы с этими домами, если бы они были построены где-то в современном мире. Да люди бы мечтали купить эти квартиры и жить в них. А здесь аномалия заключается в том, что вот, пожалуйста, заходи и живи. А желающих нет. И не зря. Слышите, пикает. Это в кармане пикает счетчик Гейгера. И показывает он 400 микрорентген в час. Это не смертельно. Но если пробыть здесь хотя бы 2 недели, хорошее облучение гарантировано. Ну, вообще из зоны воровать не только грешно, но и опасно. Поэтому здесь очень многие вещи остались нетронутыми. С тех пор, как люди отсюда ушли, так, собственно, все и лежит. Вот здесь крупные изображения членов Политбюро. Товарищи Зимянин, Зайков, Талызин. Вот там вниз лицом лежит товарищ Слюньков. А вот урна для голосования самого честного и справедливого в Советском Союзе. Красные знамена вот кое-где по полу валяются. А вот и надпись, которой, к сожалению, вовремя никто не последовал. Вот как-то учились и не доучились. И вот получилась такая неприятность. Есть аномалии на свете, нет аномалий. Это науке неизвестно. Но удивительные вещи, безусловно, есть. Согласитесь. Ведь у вас нет сомнений, что я в городской черте, правда? А вот лосиный помет. И обычно я, конечно, взял бы его в руки, стал изучать, что же ело это существо. Но сейчас я сначала померяю. Ну да, в принципе, ненадолго взять его в руки можно. Этот лось, проживающий в черте города, питался необычными вещами. Вот здесь мы видим много яблок. Дело в том, что город засажен яблонями. Конечно, они одичали за это время, но яблоки растут, и лоси их с удовольствием едят. Здесь цветы шиповника, цветы роз, мальвы. Все, что когда-то люди сажали в парках и садах. Как когда-то Маугли оказался в холодных берлогах, в захваченных обезьянами человеческих городах, так и я оказался в этих, я бы сказал, негостеприимных каменных джунглях. С одной стороны, негостеприимных, а с другой стороны, очень даже. Люди отсюда ушли, а животные пришли. О чем свидетельствует вот эта куча помета, которая лежит посреди практически главной улицы города. Когда на станции начался пожар, естественно, среагировали пожарные, работающие на станции. Они были первыми, кто приехал на тушение. А вот второй пожарный расчет выехал отсюда, из ангаров Припятской пожарной части. Под руководством лейтенанта Кибенка отправились сюда люди. Сам лейтенант Кибенок погиб, и 4 его подчиненных также. Неизвестно, знали ли они про то, что пожар сопровождается выбросом радиации. Наверное, не знали, но говорят, что догадывались. Удивительные вещи – радиация. По этому пандусу в момент аварии ездили туда-сюда пожарные машины. Отсюда выезжали и сюда возвращались. Он был страшно заражен, а сейчас счетчик показывает всего-то ничего. Радиация падает,
а солнечная радиация, жара увеличивается. Поэтому я позволю себе раздеться и хотя бы полчасика здесь, где чисто, попрохлаждаться в своей привычной одежде. Еще одна опасность здешних мест заключается вот в таких колодцах. Их запросто можно не заметить, и у меня полное ощущение, что вся земля ими изрыта. Буквально каждые 10 шагов я встречаю какой-то провал. Причем провалы эти явно антропогенного свойства. То есть люди зачем-то когда-то все это выкопали. А теперь деревья, трава, папоротники, все это скрыло провалы земли. И, честно говоря, больше всего здесь, в зоне, я боюсь провалиться. Потому что вряд ли меня кто-то будет искать по колодцам. Скажут, пропал Баженов, да и бог с ним. Хорошо еще, если Бога помянут. А то ведь сами знаете, как сказать могут. Но Баженов не такой. Вряд ли я пропаду здесь. Ведь это рейтинг Баженова. И самое интересное еще впереди. После неудачного эксперимента с мумификацией чернобыльского ежика дух мой не сломлен. Хотя тело сильно пострадало. На мой взгляд, меня немного контузило. Сильно обожгло левую часть. Забрызгало маслом и горящей соляркой. У меня довольно плохо гнется левая нога. Но это не значит, что я буду останавливаться. Я нашел изрядный кусок парафина. Его здесь полным-полно, так как он использовался для дезактивации. И собираю дрова. Теперь я собираюсь провести эксперимент с мумификацией с меньшим риском для жизни. Вот под этим старым КАМАЗом, на мой взгляд, абсолютно новый таз. И этот таз мне пригодится. Ну, немножко он помятый, а вообще-то вполне пригоден. Вот здесь я и разожгу костер. Должен добыть мазут. Мне нужно ведро. Ведро, я так понимаю, самая никчемная часть на всем пожарном щите. Все остальное либо расхватали во время аварии, либо унесли потом. Кстати говоря, оно когда-то было покрашено красной краской. Как, впрочем, и весь пожарный щит. Но с 80-х годов прошло очень много времени. И красное стало белым.
внутри моего бака парафин принимает жидкую форму, переходя в нее из твердой. Вы думаете, почему он не сгнил? Он не сгнил, потому что после выброса в нем погибли все микроорганизмы, разлагающие древесину. А теперь мы сделаем его вообще вечным. Сейчас хорошо видно, как кипящий парафин вытесняет воду из клеток древесины. То есть происходит процесс, препятствующий гниению и разложению. Циста, то есть оболочка каждой клетки, остается как бы корпусом для цельной парафиновой капсулы. Таким образом, любое существо, будь оно из дерева или из плоти, надолго сохраняет свою форму, которую имело при жизни. Во время кипения вытесняется также кислород и другие газы. И все это замещается жировой субстанцией. Вот теперь пора перевернуть ежика на спину. Вот посмотрите, как только я меняю положение скульптуры, кипение как бы возобновляется. Но это не кипение, а именно вытеснение, процесс вытеснения. Кстати говоря, наверное, вы знаете, что когда вода закипает, атомы в ней начинают быстро-быстро сталкиваться. Собственно, это мы и видим как появление пузырей и внешние проявления кипения. Но мало кто знает, что воду, если ее сильно трясти, можно также довести до 100 градусов. Главное, чтобы эти самые атомы начали сталкиваться. По этому принципу работает, например, печь СВЧ, которая не греет продукт, а заставляет атомы внутри продукта колебаться, стукаться друг об друга. И за счет этого имитируется кипение, поднимается температура. Солнце садится, угли прогорели, ежик заканчивает купание. Мы с вами узнали, каким образом в клетках парафины замещают воду и прочие жидкости, которые делают наши тела, а также все сущее биологическое, недолговечным. Самое время вынимать его из ванны. Когда-нибудь жизнь вернется в эти края, и я уверен, что он достоит до новых хозяев этой земли. К чему же был весь этот эксперимент, спросите вы, дорогие друзья? Я вам отвечу. Этот ежик – самое настоящее подобие волчонка и собаки, трупы которых я обнаружил здесь, в своей чернобыльской экспедиции. Просто в их телах содержались липиды – жиры, которые под воздействием радиационного удара заместили воду в клетках. Древесина содержит гораздо меньше жиров, и поэтому, как вы видите, скульптура начала подгнивать. А теперь получили настоящую мумию. Мумию чернобыльского ежика. Это рейтинг Баженова. Ну вот и все на сегодня. Это рейтинг Баженова. И меня зовут Тимофей Баженов, если вы еще не забыли. Смотрите рейтинг Баженова в следующий раз, и я уверен, будет еще интереснее. Ну вот и все. Как сказал бы герой Арнольда Шварценеггера, hasta la vista. Прощай, Чернобыль. Заканчивается очередной выпуск чудо-передачи «Рейтинг Баженова». И меня, если вы еще не забыли, зовут Тимофей Баженов. Я покидаю Чернобыль. Уезжаю из зоны отчуждения. Я увидел здесь массу интересного. Надеюсь, что вы тоже не потратили время зря. Я показал вам тех самых мутантов, про которых все рассказывают.
И, по-моему, доходчиво объяснил, что никакие они не мутанты. Просто Господь наделил рыб гораздо большей способностью к выживанию, чем более высоко организованных существ, теплокровных. Ну, например, людей. Никто на эту рыбу не охотится. Она сытая, веселая, живет и радуется. Но вот если какое-нибудь живое существо такую рыбу вылавливает и съедает, то смерть неминуема, и приходит она очень быстро. А все почему? Потому что в теле этой рыбы находится плутоний. А плутоний убивает не только радиацией, он и сам по себе очень сильно ядовит. Прошу вас осмыслить цифры, которые я произношу. Итак, период полураспада плутония – 120 лет. Полный распад – 240 лет. Загрязнение по плутонию здесь, в зоне Чернобыльской АЭС, превышает санитарную норму более чем в 1000 раз. А это значит, что человек сможет вернуться на эти земли через 240 тысяч лет. Давайте все будем беречь природу и думать, каких бед может натворить человек, если будет вести себя неосторожно. Ну, смотрите в следующий раз рейтинг Баженова, и я уверен, будет интересно. Думаю, что я буду жив и здоров к следующему разу.